там ходит. Здесь места, здесь надо выхаживать каждый прям сантиметр, потому что сигналов очень много. И каждый сигнал копать очень тяжело. Поэтому нужно прям выхаживать, смотреть, где чего. Вот, ребят, место это довольно-таки, во-первых, возвышенность. Видно, идет сюда, и возвышенность туда идет. Здесь надо порыться тщательно. Опять же, каждое видео, какой-нибудь лайфхак с металлоискателем будет обязательно. Вот, так что подписывайтесь, ребят. Будем с вами ходить, изучать это тонкое дело. Изучить которое практически нереально. Вот, но интересно, ребят. Так что не забывайте, подписывайтесь и оставляйте какие-нибудь комментарии. Все-таки как приятно, когда дело сделал какое-то, смонтировал, чтобы кто-то хотя бы что-то написал. Ладно, все, продолжаем. Ну вот, друзья, увер находки. Значит, крестик она вот такой еще один нашла. Прям в хорошем сохране. Крупный крест, да. Ходячка 50 копеек. И 2 копейки 41 года. Крест этот вот редкий. Хороший, интересный. Тут крестик 41 давал. Че там, Эр? Ага. Да. Какое-то изделие. Очень много обшивки. Крышечка. Это от самовара, по-моему. Это попить, да? Да. Ага. Медное все, старинное все. Вот такая вот, ребята, находочка. Частенько. Мы хороший берем, а такой вот ржавый, ну, не будем. Не нужен. Был такой размытый сигнал цветной. Я решил отрыть. Так, проверяю пинцелем. Во! О, империя точно зелененькая. Да, ну копейка. Зеленая копейка. Да. Копейка, на копеечка. Вот не вижу. Ну, империя, приятно, все равно. Поэтому на сигналках черный был он. Как будто черный, ребят. Сейчас я вам поближе. Видите, вот он. Копеечка. Ну, подубитая, конечно. Конечно. Это ж не серебро. Но приятно, ребята. Я тут уже вырыл, и сигнал идет отсюда. Вот она, ребят. Ага. Не вижу, это деньга, по-моему. ЕМ. Чего? О! Блин, год не вижу. Ир, иди. А год не видишь ты там? Полушка, да, получается? Да, тут полушка хорошо написана. А год не видно, да? 1747 год я вижу. Ага, 1747 год, ага. Полушка. Вот, судя по вот опыту, то, что глубокие цели, запомните. Вот медная цель, она дает как чернина таким переливом. То есть, ну, на ванкише, например, я когда копал, все время черный металл вырывал. Вот таким образом. А это вот здесь мы ходим. Вот, пожалуйста, полушка, тоже переливы были. Вот, ну, отрыл. Так, надо рыть все абсолютно. Вот они, 4 монетки. Вот, возьмем, например. Ну, возьмем, например, вот это вот. Что это у нас? Какая-то убитая. 5 копеек, да? Возьмем ее. Мы сейчас ее с вами прикопаем. Прикопаем. Ну. Для начала в землю. Я что, просто хочу вам кое-что показать. Вот. Например, я не буду замерять, сколько здесь сантиметров, но чуть больше, да, штыка. Чуть больше.
кидаем монету вниз. Вот она. Мне ее особо не жалко, она убитая вся. Вот. Зарыли мы монету. Чуть больше штыка, она 5 копеек. Крупная монета. Так. Сейчас у нас стоит трешка. Смотрите. Чуть больше штыка. Он ее видит, но видит как? Как черный сигнал. Сейчас я вам покажу. Сейчас, ребят. О, он ее пробивает. Как чернину. Черный бросает. Хорошо. Мы сейчас с вами сделаем так. Что мы сделаем? Это понизим до 2. Уже как бы какие-то сигналы идут. 1. Слышите? Уже начинает пробиваться. Вот это на парк 1. Сейчас мы с вами изменим режим. Ну, чтобы просто посмотреть, изменится что-то. Парк 2. Тут тоже чернина. Поле 1. Не видит. Поле 2. Пляж. Пляж 2. Золото. Ничего не видно. Еле-еле пробивается она на парк 1, как чернина эта монета. Ну, давайте ее разроем сейчас. Разроем. И чуть закопаем. Чуть мы с вами ее... Во-первых, мы, допустим, разрыли. Да? Разрыли ямку с этой монетой. Разрыли мы ее. Сейчас проверим. Опять у нас парк 1 же, да, режим? Он ее уже как чернину начинает наблюдать. Такой получше сигнал, да? А вот, смотрите, вытащили мы ее. Что она у нас здесь? Найдем ее. Вот она монетка. Так. Давайте ее зароем. Чуть-чуть мы ее не так глубоко зароем. Вот чуть-чуть ее. Немножко ее вот тут подроем. Не глубоко. И посмотрим, как она будет звучать. Слышите? Сейчас я изменю восстановление. На трешку ставлю. Монет лежит не так глубоко. И она кидает. Слышите? Это не глубоко залегает монета. Пол штыка. Начинается вот такой вот. Как будто черный металл лежит. Поэтому я говорю. Спрашивали меня, выкапывать надо. Все. Но когда мы ее разрываем, вот мы разрыли. Четкий сигнал. 94. Вот. То есть. Сейчас я, ладно, уберу. В следующем видео я вам еще интересные вещи расскажу и покажу. Пока хватит на сегодня, потому что я уже искать хочу. Так, где у меня пакет? Посмотрите, ребята, вот такой вот с орлом, прям целехенькая. У Иры выскочила. Сейчас поближе вам сделаю, ребят. Делаю поближе, посмотрите, ребят, целая штучка такая вот. Кокарда. Вообще. Огонь.
Ну-ка, покажи поближе. Вот я на GoPro не снимал. Вот. Ира только что отрыл. А сигнал какой был, Ир? Да он вообще прыгал 60, потом до 90. Ага. Обалдеть. Да, вообще сохран бомбический просто. А что за номинал? 1/2 копейки серебром, да? Да. Ну-ка поближе сделай к камере. Ага, вот. Год видишь, не вижу. Год 1800, что ли? Сейчас разглядим. Да, вообще класс. Ребята, только мы с Ирой про серебро разговаривали. Говорит, ой, под вечер бы серебруху нам найти. Вот оно, 20 копеек. Не 3. Билончик, да, 1000. 30 какое-то, короче, серебро. Билон. Билончик, да, приятно. Я тебе говорил давно. Только мы это, да, слышишь, вот, меньше минуты. Сколько давало? Ой, Ир, оно переливом давало, да, переливом это, как чернина. Делаю поближе. Тереть пока не буду, не вижу. Год 1900. Ира, по-моему, 24. Блин, тереть не хочу. Слышь, 24-й год, Ир. Сейчас гляну. 35 давал. Такой вот лепесток, крест. Большой. Сейчас ближе покажу. Такой лепесточек. Ну, нормально, красивенький. Перепроверять сигналы всегда. Ну, посмотрите, какая находка, ребята. Здорово. Цариковая, да, это как украшение, такой петушок. Сегодня нарадуюсь, ребят, хабарницы. Юр, спасибо. Ребят, кому нужна? Нужны такие хабарницы, с надписями можно сделать. Обращайтесь. Ссылку я оставил в закрепленном комментарии. Там не только хабарницы Юра производит, они производят разные для копа вещи интересные. Заходите, подписывайтесь на его группу в Телеграме. Выпала монетка у меня. А что за монетка, непонятно. Даже не видно. Номинал, что это? Копейка, что ли, советская? А, наверное, да. Да. Советская копейка. Советская копейка, Ир. Уже ночь, мы все не можем остановиться копать. Посмотрите, ребята, такого у нас прям не было никогда. Ну, такой же, как этот, огромный, блин, со всю руку. Слышь? Обалдеть. Уже ночь, ребят, вот ночью рыли. Что звонил, Ир? Ну, он хриплый был, 36. Тут вообще целиковый прям, просто. Смотри, с письменами, да? Угу. Смотри, все целенькие прямо. Вау, вообще бомба. Вот он поближе я делаю, ребят. Посмотрите, прям на всю ладонь он. Класс. Ребята, чешуя у Иры. Какая маленькая прямо, а? Сейчас, ну-ка. Не, ну вот здесь это прослеживается. Сейчас покажем поближе. Переверни-ка я.
И что, еле нашла там в корнях, да? Да, ну близко. 27, да, на? Да, тихо-тихо. Один раз копнула, она перестала это, сигнал давать. Здорово. Вот рядом с чешуйкой вот такие вот пуговки, гирьки попадаются. Вот еще одна гирька, вот на том же практически пятаке, где чешуйка попалась. Это большая прям гирька. Так, ребята, вот, значит, находочки, что не может не радовать. Смотрите, какая красота. Оставайтесь с нами, не забывайте подписаться.